Слава королю Родовиду! Такие, как ты, сударь! Лазерный! И далеко от побережья. Но! Подорожные грамоты по сниженной цене. Чего? Наваливай, покупай. Чего тебе? Работа у меня для тебя есть. Я так понимаю, ты ж ведьмак? Что нужно? Чтоб мои люди спокойно дело закончили. А то здесь одни трупоеды. Избавься от них, так мы с тобой что найдем, поделим. Согласен. Проваливай, покуда ноги. Берегите ноги. Ловко ты справился. Вот твоя доля. Ленинградские грамоты. А, снова вы. Может, грамотку? Скидочки. Ну, выкладывай свое предложение. Твоего Шурина и его людей я уже встретил, и они теперь спокойно работают. А, вот видите, сразу другой разговор. Так-то лучше. Приятно иметь с вами дело. Иди своей дорогой. Хватит мне приятного.
Но! Здесь гнездятся гарпии. Thank you.
Если бы не ты. Что, все вынюхиваете? Встречал я ваших хозяек. Ведьмы они, а не хозяйки. Зачем же вы так? Судя по их виду, это чудовище в людской одежде. Вы, сударь, должно быть, фисштахом объелись. Я, сказать по правде, всех хозяек не видал, только шептуху. Но она-то красавица. Взглянул я на шепчущий холм. Я уж думал, вы не вернетесь. Ну и что вы разузнали? Эти твои хозяйки — три сестры-убийцы. Лжа! И говорить так не смей! Еще навлечешь на нас ихний гнев! Так значит, ты веришь женщинам, которых и не видел никогда? Пока зло не поселилось на холме, хозяйки всегда нам помогали. Детки рождались здоровыми. А раз в год у нас был огромный котел вареного мяса. Всего раз в год? Когда праздник у них, у хозяек, они дают нам всякого со своего стола. Ведьмы просто обманывают вас и крутят вами, как хотят. Тот-то вам нарассказывал подлые лжи. Не верьте этому, очень вас прошу. Вижу, нам друг друга не понять. А мне вот что любопытно. Кто это вселил в вас такую ненависть к нашим покровительницам? Почему это вы... Верите ему, а не мне. Вы служили ведьмам-убийцам много лет. Собирались порубить лес на пригорке. Ну да. Хозяйки велели. Только мы их подвели. Ох, если где-то под холмом страждущая душа молит о справедливости, мы б ей помогли. Но мне вот кажется, что не справедливости ей нужно, а крови. И не надо мне тут рассказывать о преступлениях и наказаниях. По-моему, что-то хочет нас всех поубивать. А мы умирать не хотим. И все теперь зависит от вас. Будь здоров. Здесь стоит осмотреться.
Иди, иди сюда. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз.